Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою сегодня окунемся в такую ностальгию, чуваки, это просто жесть. Я давным не играл в пятницу 13, и она вернулась. Друзья, она вернулась, и самое удивительное, я думал, здесь вообще... Я тебя прирежу, пошкоду. Я здесь давно не играл. Короче, бабушки здесь. Нормальненько, нормальное начало, пацаны. Короче, давно я не играл в пятницу 13. 5 минут спустя, нужно выжить. Игра живее всех живых. Катку нашел через 20 секунд, прикинь. То есть... Офигеть! Ладно, давай начинать. Если честно, я хочу сегодня выжить. Надеюсь, опа, мы с тобой нашли, опа, мы нашли ключ от автомобиля. Это очень хорошо, очень хорошо. Так, давай еще посмотрим, может, что-нибудь еще найдем, хотя бы, чтобы... Опа, это нужно. Забираем, нажмите удерживать. Заточечка. Карманный нож. С помощью карманного ножа мы с тобой можем против маньяка наконец-то выступить. Мы играем сейчас за нового персонажа. Честно, я еще ее не видел. Интересно, да? Она как будто, знаешь, в каком-то вроде как в деловом костюмчике таком. То есть, как будто она вообще не отсюда. Она на какую-то адвокатшу, что ли, похожа, да? Как будто ей там... куда-нибудь в Беверли-Хиллз податься. Так, это я тоже забираю, чуваки. Мы с тобой давай вооружаемся. Вообще лучше найти, конечно, нам сейчас каких-нибудь братишек. Раз-два-три. Микрофон у меня здесь, увы, не работает. Блин. Надо было, да, немного поднастроить все это. Но я чисто спонтанно, знаешь, проснулся с бодуна. Ладно, конечно, братишки, не пьем, не курим, все дела. Ставь лайкосик, если ты так же. Вот. Конечно же, нет, друзья, ничего не употребляем. Но играем. Жесть, какие мы с тобой наркоманы. Так, что же лучше? Вот это вот чувырло? Вот такая острая, прям в жопу можно засунуть. Или труба? Не, возьму-ка вот эту вот лучше штуку. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут. Ну-ка, опа, рация. Ну, рация, кстати... Капец какой-то. Короче, отлично, друзья. У нас тут есть бензоканистра. Ей, по-моему, размахивать фиг. Фиг получится, но... Или взять ее, как ты думаешь? Давай-ка возьмем. Пойдем сейчас еще проверим, чудо как. Мы тут вообще единственные, смотри. Как бы Джейсон уже... Ага, он уже... Джерри Накивкепалла. Так, давай проверим этот дом. Конечно, первым делом мы с тобой закрываемся. Вообще лучше, по идее, вот так вот. Да, укрепленный, плюс 5. Ну-ка. Бензинчик домой-то. Утащить. Так, мы можем прятаться. Я помню, раньше, короче, можно было прятаться вообще сколько угодно. Да, друзья. Можно было очень-очень до последнего прям сидеть. В итоге Джейсон проигрывал, потому что он последнего не мог, друзья, спалить. Сейчас, по-моему, это пофиксили. Так, сейчас я посмотрю, друзья, конечно, что же у нас там, Антошка? Я тебя прирежу, паскуда. Так, понятненько. Капец какой. Капец какой-то. Короче, давно я не играл уже. О, здорово, толстячок.
Ёпарасоте. А, смотри, с него маску сняли, ля. Красота, короче. Короче, пацаны, в 2К19 здесь вообще Джейсона не уважают, вообще ни капельки. Над ним издеваются, над ним его обзывают, матерят. Он бедный, испугался, ушел. Да куда вы бедного Джейсона-то, блин, ребят? А вон он бедный, бедный, стоит там маленький. Ножи пытается кидать, нас даже не подходит. Смотри, танцуют. Жесть. Не, ну чуваки, ну такого я, конечно, еще не видел. Честно тебе скажу. О, там, кстати, автомобиль. Там, кстати, автомобиль. А где наша канистра? Может, мы с тобой сейчас быстренько, по-быстрому. Блин! Ой, это шкаф. Это шкаф, выходи из шкафа. Это ёкарный бабай. Так, короче, надо побыстрей. Ой-ой-ой, давай пойдем посмотрим. Бензин, смотри, чувак. Так, толстячок вроде залил бензин, да? Сейчас мы с тобой посмотрим. Опа! Ля, все! Чувак, все, уходим! Короче, Джейсон... Джейсона вообще ни в какую не ставят, прикинь! Над Джейсоном здесь чисто издеваются и даже уже не боятся. Чисто толстяк, смотри, где у него рука-то? Ой, блин! Цеж, блин, уходим! До свидания. Так, все, пора уходить. Давай, давай, дядя, за руль. Давай, давай, заводи, заводи чехотку! Давай! Давай, давай, погнали! Красавчик, молодца! Давай, 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 уходим, 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 брателло, блин, я не хочу, чтобы мы... Ой-ой-ой-ой, это может плохо закончиться! Блин, ты через лес вообще стал пробивать... Толстяк бежит! Ой-о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 й
Блин, жалко, ладно, ничего страшного, ничего страшного. Беги, беги, Форест. Беги, лес, беги. Ты сможешь. Ой, чувак, надеюсь, ты дорогу знаешь, потому что я что-то боюсь. Что-то, блин. О, красавчик, ты просто, как ты жопой-то чувствуешь? Он как-то жопой чувствует. Как ты жопой чувствуешь, куда надо ехать? Брателло, ты красавчик, ты просто красавчик. Вот это водитель от бога. Не с богом, а от бога. Просто Агари Need for Speed, смотри, что делает. Бензин залили, ключ... Кстати, у меня ключ, если что, есть. Чуваки, не ссыте. Молодца, давай выезжай, выезжай давай. А то пот с лица. Не, пот с лица нет, это для рифма. Это типа йоу-йоу. Не, это зашкварно, пацаны. Короче, зашквары продолжаются, блин, это офигенно. Ребята, что-то как там Антошка, я просто его давно не слышал. Школьник какой-то. Бро, ты чё? Они уже поехали. Ничего, не ссы. Антоха, мы тебя спасем. Я думал, это бабка играет, в итоге нет. Нормально тут, слушай, музяка гонит. Настройка, но лучше, конечно, музыку вырубить. А то... А радио все равно, смотри, шпарит, блин. Братан, давай, настройки. А, смотри, написано включать защищенное авторским правом. Нет, ну тогда нормально все. Тогда все четко, надеюсь, копирайты не будут. Давай, братан, минута 49. Полиция уже скоро, рядом. Прикинь, он только одного убил. Прикинь, он только одного убил, то есть... О май гад, здесь Джейсона вообще ни в какую, просто не ставят. Просто как с дерьмом смешивают. Жесть какая-то.
Так, ладно, сейчас, друзья. Нормальная пати собралась, смотри, вторая тачка. Ой, это уже... Ой, бро. Черт, зачем? Надо было мне водить, блин. Фиксит! Типа, починил. Ну все, чинилы. Походу, нам хана. Да, друзья. Антошка что-то бормочет там себе. Один рейв погиб, прикинь. И все, а другой просто вышел. Он просто вышел. Ну хотя, кстати, вот эта старая проблема в пятницу, когда... Ой, когда, блин, убиваешь чувака, он сразу выходит, и тебе не засчитывают килл. Я вот это помню, я не знаю, исправили это, не исправили, но, по идее, должны были исправить. Ой-ой-ой-ой, полиция. Что вообще там происходит? Holy shit! Так, все, это... Мусора, все, приехали. Да ладно, бро. Туалет. Так, ну все, пойдем. Пойдем позырим, что у нас там есть. Так, унитаз. А зачем два унитаза? У него и ведро есть, и эта штука. Holy shit. Одеваю, одеваю. Все. Получено достижение. Смотри, дай-ка я возьму топорик. Сейчас. Все, пойдем Джейсона колотить. Прикинь, мы ни во что не ставим Джейсона. Мы сейчас его еще и убивать будем. Ну это жесть какая-то. Я не помню, честно, как убивать, блин. Я надеюсь сейчас... Короче, уже Антошка сбежал. Котик Милота сбежал. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Короче, помню, нужно мачете и... Сейчас его найти, конечно. Прежде всего, надо его найти... Ой. Тихо. Прежде всего, надо мачете вроде как. И надо, чтобы появился этот, точно! Тот братан, блин, жа... Черт, он сейчас перед нами. Блин, круто было бы, конечно, его убить, но... Где-то там справа было еще. Все, короче, начинается, пацаны. Сейчас мы его сзади еще. Jason, mother is talking to you. Put the weapon down and come to mommy. That's... Why won't you fucking hear me? Just die! И он вообще не умирает, вот чем прикол. Нет, тут надо, видишь, второго этого. Он сам хочет убегать уже. Но это, видишь, это из какой части, где он типа притворяется, Джейсон. Ты чё нашу тачку, блин, ни во что не вставишь, а? Ну-ка. Блин, у меня сломалось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, уходим. Блин, ну слушай, ну это было прикольно, если честно. Давно я не играл. И мне довольно понравилось. Вы выжил. Русификатор до сих пор такой же, великолепный. Наблюдать за игроками. О, кстати, смотри, а что происходит? Почему такая камера? Чё вообще лагает-то так? Смотри. Все, он убегает. Нет? Все, да, он убежал. Короче, вот такая вот каточка... Такая вот катка получилась. Но смотри, он двоих убил. Да. Антох. Хорошая команда, больше там.
Мне понравилось, мне довольно понравилось. Короче, если тебе тоже, и ты хочешь продолжение, обязательно ставь лайкосик. На этом все, бай-бай, дорогой.